И всем привет, меня Александр Сучков, и в этом видеоролике мы начинаем играть в, короче, Hello Neighbor Alpha 4. И я немного тут посмотрел, поиграл, тут есть такое, это, в общем, это мы сегодня будем все это осматривать, все смотреть. Ладно, давайте уже начнем. Так, у нас здесь есть коробка какая-то, ну нафиг она нужна, конечно, нам она не нужна. Так, здесь есть ключ. Зачем здесь ключ, я не знаю. Он от чего-то, но я не знаю от чего. И яблоко есть. Так. В общем, я здесь уже прошел, извиняюсь, новую игру начинать не буду. Давайте сразу начнем. Я вам покажу, как это все работает. У меня уже есть ружье, здесь все сохраняется. Теперь у меня есть фонарик и ключ. Ключ я только что подобрал, если вы не видели. Так, ладно. Теперь смотрите. Вы начали смотреть, теперь возьмите, сверните видосик и подпишитесь на мой канал. Кто не подпишется, тот лох. Если вы подписались, то вы молодец, красавчик и вообще лучший человек. А кто не подписался, то вот идите... Идите нахер, короче, вот что. Короче, настройки. Здесь можно теперь настроить все по-русски, здесь есть. Да, графика. На ультрах можно все поставить, то есть экранчик можно расширение сделать. Язык. С английского ставите на русский, нажимаете Enter. И после этого нажимаете русский язык. Вот переключается все на русский. Вот, все. Самое главное объяснил. Также можно менять управление, то есть что-то менять, то есть как-то все, чтобы это работало. Я вам советую ничего не менять, здесь все и так хорошо сделано, все очень хорошо. Итак, давайте начнем сразу с бага, которого, так, здесь баг, значит здесь улица неправильно сделана. Это первое то, что я хотел вам показать. Потом дома все закрыты, даже наш дом. Дальше. Смотрите, трава не настоящая, я уже в прошлом видеоролике показывал то, что здесь трава какая-то просто нереальная и просто это херня какая-то. Так, надпись. Потёпы в кабах пар защищены. То есть здесь все по-русски, можно по-английски. Сам прикол, смотрите, вы сейчас охуеете, ребят. Короче, нажимаем графика, язык, нажимаем English. И должно у меня сейчас все это замениться. Но это не точно. Хер знает. Должно было замениться. Давайте мы вот так вот обойдем. Не, ничего не заменилось. Но как-то у меня заменилось в тот раз. Ладно. Пусть будет вот эта херня. Так. Ладно, это понятно, это понятно, это понятно. Так, здесь дом тоже закрыт. Это не соседово дом. Так, значит, смотрите. Вот такой огромный доминище, я даже не знаю, как его назвать, даже там что-то достраивается у него, продолжение дома. Читы здесь запрещены, но мы можем сделать вот так вот. Как-то вот так багом мы можем... извиняюсь, еще ночь, наверное, будет, да? Здесь ночь будет. Так, теперь у нас... Если... Да, у меня что-то лагает немного, ну ладно. В общем, должно все получиться. Выходим сюда и вот так вот пытаемся как-то вот вперед, вперед, прыгайте вперед. Немного не так получается, но вы должны взлететь. Только так можно сделать баг. Смотрите. Вот. Я начинаю как-то перемещаться с места на место. Вот я вам... Ну, сейчас, наверное, покажу. Все-таки, наверное, у меня получится. Нет, не получится. Я вам сейчас покажу. Вот она. Вот это. Вы видели, я телепортируюсь все-таки как-то. Вот. Вот. Вот она, вот она, вот она. Смотрите. Смотрите, смотрите, вот она. Вот эта вот херня работает. Именно с ружьем. То есть, может, в тех версиях тоже баг этот работал, но это не точно, ребят. Нужно как-нибудь проверить. Но у меня точно он здесь работает. Вот смотрите, вот вы так вот как-то прыгаете. Вы можете так прыгать как-то. Я не знаю, но если вы попадаете в сами себя этой штукой, то вот, вы взлетели, вы вот можете залететь сюда. Сразу уже на крышу. Вот, мы на крыше. То есть это багом мы на крышу. Так. Залазим сюда. Все. Мы находимся теперь здесь. Здесь можно обойти. Вот. Вот в такую жопу мы прилетели. Просто в огроменную жопу. Вот. Смотрите, здесь есть мельница. Серьезно, мельница. Вот. Мы можем до нее дострелить как-то. Может быть. Но это не точно. Нет, мы не можем до нее дострелить. Здесь есть какой-то выход, который открывается, и там есть... Что-то. Я это сломал. Извиняюсь, мне там немного лагает программа одна, которая нафиг мне не нужна. Так, ладно.
Значит, смотрите, мы остановили нашу мельницу. Теперь мы можем залезть сюда, наверное. Но это не точно, ребят. Нет, у меня, походу, игра сейчас вылетит. Да, у меня вылетела игра. Ну что ж, вот так мы поиграли. Точнее, нет, мы не проиграли. Мы пытались как-то все пройти. У меня тут окно этой штуки появилось. Ладно, это была закрытая альфа. Я вам показал самое главное. Ну а в следующем видеоролике, конечно же, будет опять Hello No. 4. Потому что я вам не все показал. Все, что там можно делать. Мы еще дальше будем прыгать. И будет еще намного веселее. Ну а с вами был я, Александр Сачков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Бас, пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.